Этот день морской истории. 26 марта 1713 года Испания наделила Англию исключительным правом на работорговлю в американских владениях Испании. В этот день, в 1773 году, Ян Генрик Кинсберген выехал из Санкт-Петербурга в распоряжение вице-адмирала Синявина, командовавшего Азовской флотилией. 26 марта 1784 года французская эскадра Пьера Андре де Сюфрена вернулась в Тулон. Король был доволен, наградил моряка орденом Святого Духа и пожаловал ему чин вице-адмирала. В этот день, в 1921 году, была спущена на воду канадская рыбацкая шхуна Blue Nose, как собственно для рыбного промысла, так и для участия в гонках рыбацких шхун, известных как международная рыбацкая гонка. Одержав в этих соревнованиях 4 раза вчистую победу в 21, 22, 31 и 38 годах, гонка 23 года завершилась ничью, получила прозвище «Королева Северной Атлантики». Ныне она изображена на канадских 10 центах.